Бойцы движения «Хизбаллах» сражаются на стороне сирийских правительственных войск. Лидер шиитской организации шейх Хасан Насралла впервые открыто признал, что его группировка вмешалась в гражданскую войну на стороне сил, лояльных президенту Асаду. Впрочем, пока, по словам Насраллы, это вмешательство носит ограниченный характер. У Сирии есть настоящие друзья. И в своем регионе, и во всем мире. И они не допустят, чтобы Сирия попала в руки Америки, Израиля или радикальных группировок. В то же время лидер «Хизбаллах» не исключил, что в случае дальнейшего обострения может произойти уже полномасштабное вмешательство, причем не только со стороны этой организации, но и таких государств, как Иран. Сирийские повстанцы неоднократно обвиняли «Хизбаллах» и Иран в отправке в Сирию бойцов и материальной помощи. По мнению экспертов, военная мощь «Хизбаллах» превышает таковую ливанской армии.